В Омской гимназии номер 62 в рамках проекта «Подари жизнь другу» прошел экологический мастер-класс по сортировке отходов, на котором ученики 9 классов узнали, почему количество мусора в мире увеличивается и каким образом сортировка отходов помогает улучшению экологии. Теперь учащиеся собирают мусорные отходы, которые затем отправляются в переработку, а вырученные средства переводятся в приют для животных «Друг». Тема экологии актуальна как в России, так и в мире, так и в нашем городе. В нашей школе реализуется проект по раздельному сбору мусора. Каждый школьник, я уверена, что собирает дома мусор по разным пакетам, как, например, делаем мы с моими родителями. У нас пакеты отдельно для макулатуры, отдельно для ПЭТ, и мы относим их во внутренний дворик. Ну, неделю собираем и дальше относим. Думаем, что это поможет экологии нашего города, сделает его чище. Проект реализуется на средства гранта, который заместитель директора гимназии, руководитель волонтерского отряда «Ветер перемен» Наталья Ситникова выиграла на онлайн-форуме «Создавай». На полученные деньги были приобретены и установлены 2 контейнера для раздельного сбора мусора. Мы хотим сделать все-таки акцент, почему важна сортировка мусора, да, что вообще происходит сейчас на планете, и рассказать подробнее о своем проекте, то есть какое решение, какой выход предлагаем мы. Ну и дать несколько советов о том, как дома можно сортировать мусор. Бумага, она сортируется отдельно, она должна быть сухая, должна быть без скрепок, без файлов, без папок. Да. Если касается PET-бутылок, мы собираем только бутылки, которые пластиковые, пищевые. Если хотят сортировать, например, тару от бытовой химии, она сортируется отдельно, про это мы тоже рассказываем. Количество участников проекта будет увеличиваться. По данным организаторов, в соседнем микрорайоне проживают примерно 1500 молодых людей, и в ближайшее время примерно 300 из них готовы присоединиться к проекту.